Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами телефон Samsung Galaxy M52 5G. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать невероятную вещь. Просто послушайте, изменить рингтон. Как же это делается? Для этого нужно открыть приложение настройки. Это сложно, но можно. Нажимаем звуки и вибрации. Затем нажимаем мелодия звонка. Выбираем нужную нам мелодию. А мне такая, например, по душе. И нажимаем назад. Все, видим, мелодия звонка была успешно изменена. Но если мы хотим установить свою мелодию, если мы хотим установить мелодию на звонок, скачанную из интернета в MP3 формате, либо же, еще лучше, купленную, в таком случае нажимаем мелодия звонка, плюсик, выбираем песню, которая у вас в формате, и все файлы в MP3, которые будут у вас на телефоне, они будут отображаться здесь. Выбираете эту мелодию, выбираете, откуда будет играть музыка, то есть вы сами выбираете, откуда, с какого момента. Нажимаете «Готово», и у вас будет играть мелодия «Over the Horizon», ну, в моем случае, в вашем случае, ваша. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, ведь за такую короткую и полезную информацию лайк поставить стоит. До скорых встреч. До свидания.